19:50 около дома 7 на улице Мишина 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi, следуя со стороны улицы Дубинина в направлении проспекта Мира, при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем, двигающимся по главной дороге, автомобилем Volkswagen под управлением 22-летнего водителя. После столкновения автомобиль отбросило на двигающийся по улице Мишина автомобиль Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний пассажир автомобиля Volkswagen и водитель автомобиля Toyota получили телесные повреждения. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности, и обязательно используйте ремни безопасности.